Добрый день, друзья. Смотрите, опять малыша зашел. Одна здесь осталась. Зашел, похолодало в зимний вольер. О, Стивуля обихаживает пёсея. Павела. Как приклеены. Какие ласки. Не будем подсматривать, кто у нас тут пёсей из пацанов. Алекс, малыш. Стива, я ж тебе уже говорила. Добрее надо быть. Ага. И пошла трапезничать. Мясо лежит. Степашка, Клава. Клеопатра, Чоли. Кто из белых? Чипа. А, Чипа, ты в этом году так захотел, да? Не захотел. Это ты в том году королем был, а сейчас видно за девчонкой, потому что прямо мойки-мойки у них. Я не поняла, чего не взяли с собой? Севуля? Почему не взяла с собой Азизу? Ну, я даже думаю, что Азиза тоже зайдет сюда, потому что она никуда не уходит. Вон, ходит одинокая. Азиза! Все подружки уже тут? Когда же вы зашли? Что значит похолодало в вольер? Открыли, и они позаходили. Но я думаю, еще будет тепло, и поэтому они могут и выйти. Я почему-то не думаю, что это уже они зашли на зиму. Потому что это только 2 дня передают у нас такая погода. Вот, а потом будет тепло. Смотри, как у них живописненько на травке. Побежали. Шибер открыли. И все в домик. Скажи, не-не. На завтрак вышли. Чип не пускает свою королевишну. Скажи, я тебя грею. Не пускает. Ну ей же погреться тоже хочется. Чипа. Чипа на счастье. А она опять к домику. Быстрее давай лапами шевели, он не успеет тебя. Не успеет перегородить. Скорее. В домик. Молодец. Скажи, любовью. Но хочется в тепло. Ага. А соседний? О, у нас Кай пришел. Ты тоже в домик хочешь? Кай. Вот так вот львы. Ну, туда, я думаю, ты вряд ли попадешь. А здесь кто у нас будет? Никого нет. Никто не зашел. Ну, конечно, это уже там Чипа. Персей вышел первый. Тут.
Сейчас. Нет, не жили. Девчонки, ты посмотри на них. Начинают уже делить. Где мое, где не мое? Где чья спальня? А Кай, смотрите, пришел к двери вниз. Хочет тоже заходить. Эсси перекликается с Дейлом. Дейл не зашел. Не, я думаю, наверное, они будут по разным местам заходить. Дейл с Чипом. А то они здесь устроят революцию в отдельно взятом вольере. Белая львичка. Оскалилась, я прижалась, сказала, извини, дорогой, я перепутала. Нет, нет, я на тебя не злилась. Просто так спутала тебя. Пришел и стоит внизу, просится в домик. Но я думаю, что белых молодых будут заводить в другой вольер. Вот так вот они приходят все. А когда Олег Алексеевич заходит в саванну, я думаю, мы сейчас это увидим. Сегодня, если он между садами успеет. Когда заходит в саванну, Алексеевич начинает все гурьбой бежать к нему и к... Вывел и всех выгнал, и звезду свою вывел. Чалита, вот где ты? Там скандал. Ты как настоящая женщина. Легко можешь устроить. Сделать салатик, скандал. Так, ну, будем наблюдать, как развиваются события. С любовью Стайгана. Тут уже как бы все понятно в этом вольере. Ну, конечно, запустят Азизу, я так думаю. А за остальными будем смотреть, кто куда пойдет. Так, кто-то внутри есть в этом домике. И, судя по голосу, это вожак. Может быть, сюда зашел... Как и в прошлом году Чук, мы просто не видим, интересно, с кем. Или опять один. Интрига прямо, друзья. Ой, Стайгана. Будем приходить смотреть.